Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы еще разок поиграем Pac-Man Championship Edition DX+. У меня осталась всего одна ачивка, вот она, это та, которая самая сложная, как я думаю. Набрать 2 миллиона очков за 10 минут. В испытаниях на 10 минут. И... И сейчас мы попробуем это сделать. Как я подозреваю, наиболее удачная для этого карта — это карта Спираль. Я, честно скажу, прочитал это где-то там в Стиме у кого-то в руководстве, причем не в самом руководстве, а в комментарии к нему. И да, оказалось, на ней вроде как попроще. В общем, меньше слов, больше дела. Вперед! У нас есть 10 минут, и за них надо набить 2 миллиона очков. Это далеко не легко. Но, как видите, 1 937 000 я уже набивал. И я бы даже набил 2, но подумал, это надо записать. А поскольку там получилось первый раз, то, возможно, и второй, и в третий, и в какой угодно. Главное поставить более-менее такое, ну, нормальное отображение этих противных осьминожек, привидений, которые, ну, вообще, чтобы не слишком оставляли следов светящихся. Тогда будет проще. Но тут все простое. Просто по тем путям, которые нам предлагаются, вводим осьминожек. Кстати, да, разноцветные. Это же вполне возможно, что и осьминоги. Они тоже меняют цвет. Мимикрируют, так сказать. Так, первый поед. И сразу на второй. Успел, прекрасно. Ну, в общем, так их долго есть не обязательно. Значительно правильнее собирать длинные цепочки из них и съедать уже их всех. А для этого надо съедать все желтые... Ай! Песчинки или что это оно такое вообще? Золотинки, в общем. Вы поняли, о чем я, так что... Вот так. Так, сейчас будет поеды, два штуки. Воу, поехали. Неплохо. Но маловато, маловато. Надо больше. А чтобы получить больше, надо съедать больше этих песчинок. Золотинок или как их там. И желательно ходить по тому пути, который нарисован этими же песчинками, золотинками или как их там. Скорость-то увеличилась. Я даже перестал колупаться второй рукой в носу. И поставил ее на пробел, чтобы нажимать, соответственно, пробел. Оу. Заговорился. Ну, ничего. Сейчас мы с этим разберемся. Привет. Оу. Ну, кончилась радость. Теперь надо убегать. Теперь надо собирать. Коллекционировать. Ну, что-то типа того. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Успею. Успел. Еще бы я не успел. Тоже мастерство. Так, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут бы я не вписался, так что пришлось поступить непрофессионально, использовать бомбу. Ну, дело такое.
Воу-воу-воу-воу. Так, не в ту я сторону. Ай, поехал. Надо было завернуть по спиральке идти. То есть вот здесь. О, теперь поеду. Прекрасно. Уровень спирали, я считаю, действительно весьма хорошо подходит для поедания этих самых привидений. Ай, пакменовых. Ну, соответственно, набрать миллион значительно проще, 2 миллиона, чем во всех других. Это было не про, это была бомба. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего. В принципе, смотрите, 5 минут осталось, а миллион мы уже набрали. Да ладно, заговорился. Собираем следующий пак монстров. Воу-воу-воу. Готовимся к новому поеду. Но не факт, что все так легко и просто, как и рассказываю. Вот очередное Днепро. Да ладно. То есть что же их так много и все убегают. Да ладно. Успел? Надо же, успел. Это думал, съели Пакмена. Но не таков Пакмен. Не сдается он. Так, надо как-то вот... Эх, бомб-то осталось. Ох, а бомб-то сколько. Ну да. Это не совсем про, но не совсем не про. Главное-то, чтобы жизней хватило. С той стороны. Угу. Ух ты. Ну тут неудачно вышло. Сам подкрутил. Вообще вот эти бомбы и лишние движения замедляют процесс получения очков. Что-то вообще не идет. Ну ничего. Справимся? Вопрос. Миллион 403 минуты. В принципе, ну, может быть всякое. Сколько ой-ой-ой поедов получится. А это зависит от того, как мы будем их за собой водить. Получится их водить с собой нормально или нет. Да ладно. Да как так вообще получилось, что их всех надоел-то? Какая-то магия. Воу-воу-воу-воу-воу. Бомба-то еще есть? Да, есть. Давайте поедать. Так, 1,5 миллиона... Хорошо или плохо? Это маловато. Надо больше. Оу, нарвался. 1,7 миллиона и 1,5 минуты. Сейчас увидим. Вот уже увидели. Ну да ладно. Thank you.
ведь это все надо съесть. А если это все не съесть, не появится новый поед. Он-то появился, но этого мало. Надо быстрее съесть все точки и выйти на последние 100 тысяч. Вот тут надо хорошенько всех подсобирать. Как раз за вот этих 20 секунд уложиться. Ну, как-то так. Ну, поймите правильно, комментировать одновременно играть немножко тяжело. Итак, 2 миллиона 133 тысячи. Карта, спираль, очень хорошая вещь. А вот и наша ачивка вылезла в уголке. 2 миллиона. Что ж, все ачивки я тут заработал. Медальки нет, это какое-то фейсбучное, не знаю, ерунда, этим точно заниматься не буду, но ачивки все. Приятно. Всем спасибо за внимание. Ну, это не гайд, просто показал, как можно довольно просто на карте спиралька заработать ачивку 2 миллиона очков. Мне кажется, это было самое тяжелое, потому что я по-разному пробовал на разных картах. Вышло здесь. Спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч. Как красиво убежал, на 2 150 тысяч. Ну а также привет всем моим друзьям с ВКонтакта. О, какого ВКонтакта, о чем я говорю? Со Стима. Мне их немного там, ну да и ладно. А все. Адьос.